Есть такая теория, как X, Y, Z, теория поколения X, теория поколения Y и теория поколения Z. На сегодняшний день на смену Y приходит теория поколения Z. Это молодые люди, которые родились в конце 90-х, начало 2000-х, которым на сегодняшний день представлена возможность двигать мир вперед. Они очень креативны, они очень технологичны. Это то поколение, которое родилось с планшетом в руках, как говорится, да. И сложность заключается в том, что ничто, абсолютно ничего, ни деньги, ни свобода их действий не заставит их работать на одном и том же месте. Если они не захотят, если им не нравится, если они не видят ценности, которые они приносят компании и для себя в целом, то их ничего не удержит. И самое сложное – заинтересовать этих людей, показать их значимость работы в компании для той или иной, или же там в государстве, да, их значимость их работы. Перестроиться нужно таким вот образом, чтобы наши преподаватели готовили людей, умеющих меняться, умеющих быстро осваивать новые профессии, новые тенденции, новые технологии. Не нужно готовить каким-то основам, базовым, каким-то фундаментальным теориям.